Так, я перестала и снова начала. В общем, продолжаю свое вещание с вами, Марина Морлок. Я хотела, блин, все хотела подкраситься, потому что у меня губы-то как-то стираются. И все никак. В общем, хотела показать, чем я сегодня накрасила губы вот во всех этих видео. Вот эти вот карандаши, которые продают в электричке. Ходит женщина такая, у нее впереди такой контейнер с косметикой. И вот эта вот фирма Impala, раньше она продавала карандаши и тут же к ним продавала помаду. Вот я хотела вам показать, кто у меня спрашивал продукты для губ. Вот у меня было два вот этой фирмы, два продукта. Коричневые такие, коричневый карандаш Impala. Не знаю, какого. Impala вот такой. Вот, в общем, Impala карандаш у меня был во многих видео. И Impala помада, то есть она вот на самом деле вот такая вот очень классная помада. Такая вот она бежевая. И она очень экономно расходуется. Потому что я вообще, в принципе, редко крашусь декоративной косметикой. Так еще вот эта помада, она реально стойкая, поэтому не нужно ее наносить много, не нужно постоянно подкрашивать. Она расходится очень экономно. И самое прикольное, она не остается на зубах, потому что помады многие, они смазываются, остаются на зубах. В общем, вот эти вот два средства, они, конечно, шикарные. Помада тон 120, а карандаш тон, короче, сейчас я скажу, 208. В общем, вот они были вообще идеальной парой. И я уже почти все испробовала. Но больше эта женщина помаду, она больше не продает. Она говорит, плохо покупают. Она продает только карандаши для глаз и для губ. Но карандаши вот для губ лично, они настолько мягкие, что я использую как помаду. То есть вот то, что у меня сегодня на губах, это вот этот карандаш. Тоже Impala. Цвет 206. 206 цвет. И я просто вот его использую. То есть я уже его вот он практически у меня стерся. Вместо помады. Естественно, он немножко подсушивает, но зато он идеально матовый и не стирается, не размазывается, а самое главное, не остается на зубах. Это я просто сейчас задела. Что обычно, вот если просто так делать, там как-то даже. Он не остается. Даже сделать так. И цвет мне очень прет. Это просто какая-то такая вот прям спелая-спелая клубника. Не знаю, зачем я это делаю, просто я сейчас собираюсь кушать. Но я вот это делаю. В общем, вот такой вот. Карандаш, цвета красные ягоды. Ну, конечно, так как они очень мягкие, то если их использовать именно как губную помаду, они очень неэкономно, быстро расходуются. Но я купила себе много, вот у меня тут... У меня тут розетка лежит, короче говоря. Я купила себе много всяких карандашей, я вам чуть позже покажу, но сначала я вам расскажу, наверное, про свою уходовую косметику, как вы давно меня просили. В общем, моя уходовая косметика. В общем, ну, как я уже вам говорила, вот я купила себе шампуньку. Эльсеф эксперт цвета, но как бы у меня то уже волосы давно покрашены, ламинирующий шампунь уход, посмотрим, как он будет, как бы, как он будет на волосах. Так, еще у меня практически закончился вот этот вот дезодорант, он тоже, наверное, сейчас уйдет в пустые баночки, но он мне не особо понравился, я честно признаюсь, как-то я, ну, не ощутила все его прелести. Почти закончился у меня вот этот вот, короче, масло для волос. Натурал же жаба. Я буду покупать еще. Оно мне очень понравилось. Но, к сожалению, мои иссушенные
очень осветленные волосы не спас. Сыворотка мне не очень понравилась. Мне больше тоже нравится, опять же, экспресс-уход, то есть спрей от Эльсев, либо этой же фирмы, но только не сыворотка, а это называлось лосьон для волос. Сыворотка. Ну, хотя, я честно признаюсь, волосы стали расти быстрее. Так, что еще? Вот термальная вода Либридерм. Мне не понравилось. Мне кажется, вода как вода. Не знаю, я как-то не оценила вот именно эффекта, я не заметила. Тем более, ну, от нее, мне кажется, только размазывается как-то макияж. Я вот не знаю, я как-то вот не поняла прикол воды. Вот. Вот это вот я все никак не могу использовать, потому что стройное тело, моделирующий, холодная формула, мне холодно от него. Это, наверное, только летом в сильную жару. Вот такой дезодорант мне нравится. Один у меня уже практически закончился, я купила второй. Ну, конечно, прикольно то, что он, ну, действительно, он невидимый. Он практически, ну, он оставляет минимум следов. И, в принципе, он не ну, у меня нет от него раздражения. То есть он мне нравится, он дешевый, он хорошо защищает от пота, он невидимый, я им пользуюсь. Надеюсь, он не очень вредный. Ну, про Алле я вам уже рассказывала, осталось тут чуть-чуть даю. Тут у меня остаточки. Ой! Все, какое-то домино. Так, это для мониторов, но это тоже сюда затесалось. Это второе. Банка с дезодорантом. Как видите, косметики у меня не очень много. Я не фанат косметики, хотя я с ней работаю. Вот. Иногда нам привозят образцы, то есть что-то даже иногда бывает, когда заказчик их оставляет, они даже перепадают нам, но это, ладно, другая история. Так, Эвелин. И вот Эвелин неплохая фирма, у меня вот было глауроновый, так, глауроновая кислота, молочко для тела. Что-то, давай, фокусируйся. Что ты не фокусируешься? Что он не хочет? Фокусироваться. В общем, молочко для тела повышает упругость и гладкость кожи. Ну, как-то хорошо увлажняет. Прям какой-то упругости я не заметила. Но то, что кожа после него увлажненная, он быстро впитывается, это хорошо. Минус неудобная упаковка. Приходится ее как-то вот выдавливать прям всеми силами. То есть мне не понравилась именно упаковка. Почему-то крем в ней как-то застрял. Вот. А так, ну, как бы, неплохо. Что я могу сказать? Неплохо. Так, что еще? Чем я не пользовалась? Я почему-то не люблю ухаживать за ногтями. Уж я не знаю, почему. И вот эту вещь я купила. Мне сказали, что это очень клевое миндальное масло для кутикулы. Но не пользуюсь. Вот почему-то вот не люблю я ухаживать за ногтями и все. Вот это вот у меня, короче, тоже... Гель для удаления кожи. Тоже кутикулы вокруг ногтей с глицерином. И тоже не пользуюсь. Давно уже стоит. Скоро, наверное, уже срок годности истечет, наверное, если уже не истек. Вот. В общем, почему-то вот, блин, не люблю я. Я не люблю свои ногти. Не люблю за ними ухаживать. То есть я их просто предпочитаю стричь и мазать кремом. Крем я люблю лимонно-глицериновой фирмы Невская косметика. И как-то все. И больше ничего я и не люблю. Зеркало дяди Руслана. Вот это крем. Я уже показывала чистая линия. Ну, собственно, на этом как бы практически и все. Как видите, косметики у меня прям минимум. А, вот я купила Гариньер BB крем тональный. Но почему-то я тоже его не использую. Почему-то тональный крем я тоже не люблю. Потому что он мне не пачкал воротники вещей. Потому что он пачкает шарфы и воротники вещей. Поэтому я не люблю тоналку. Вот честно признаюсь, декоративную косметику я не люблю вообще. То есть я работаю с косметикой, но я ее не люблю. Вот такая вот я неординарная. У меня уже что-то кушать хочу. Вот. В общем, вот такие вот у меня вещи косметические. Что еще может быть у меня есть, о чем я вам не сказала? Наверное, отдельно надо сделать видео покупки фикс-прайс. А, я еще купила тоже себе. Так, ящик. Ящик с помойкой, не застревай. Вот такой еще крем. Но он его неудобно очень ставить. Он у меня валяется в ящике. Упаковка хорошая. Крем увлажняющий для кожи вокруг глаз против припухлости и темных кругов. Ну, у меня все на месте. И припухлости, и темные круги. Когда я его наношу на кожу, ощущается такое пощипывание. Вот. Но как-то, не знаю, прям вот какого-то... Экстра омоложения я не заметила, хотя упаковка красивая.
такая вот вся тесненная золотом. Вот. Green Steel. True Beauty from Nature. В общем, не знаю, насколько он натур, не натур, но я как-то от него не в восторге. Я его, конечно, доиспользую. Аллергии не вызвал, покраснений не вызвал. Неплохой, немножко пощипывать. Такое ощущение, что, может быть, что-то и подтягивает. Даже как каким-то, может быть, небольшим подтягивающим эффектом он обладает. Но не помню, сколько стоил, вроде недорогой был. Второй раз покупать не буду. Так, это спа море, я не знаю, как хорошее, нет. Вот. Что еще? Ну и, наверное, что мне еще нравилось? Мне нравилось в красках палет. В красках палет были такие вот маски. Вот. И у нас что-то их как-то отдельно продавали по 10 рублей, что ли, по 15, я не помню точно. Но вот такие вот маски из краски палет мне очень нравятся. И, наверное, буду, надо доиспользовать их. Вот. Видимо, это после окрашивания. Вот они, конечно, классные. Сама, конечно, окраску я не провожу, но вот надо... Маски неплохие. Так, ну еще вот, наверное... Что мне не... Вот это мне не понравилось. Диадемиль, основная программа, очищающий спрей. Такое ощущение, что кожа после него какая-то... Не знаю, нет ощущения именно чистой кожи. Он, во-первых, с витамином быстро удаляет макияж, очищает и увлажняет кожу для лица, губ, глаз. Но он как-то... Кот хочет сожрать, короче говоря, искусственные цветочки. В общем, я не заметила от него особого прям такого крутого эффекта. Вот. Он и очищает не очень хорошо, много нужно использовать его. И как-то после него кожа какая-то не то чтобы прям увлажненная, а она какая-то как будто вот не до конца очищенная. То есть именно ощущения чистоты как-то нет. Кот хочет сожрать все, даже зеркало. Он иногда пытается сожрать несъедобные вещи, чем вызывает у меня ужас, потому что ну, я читала, слышала, что одним из признаков бешенства может быть то, что животное употребляет в пищу вещи несъедобные. Вот он что-то лижет, пытается сожрать зеркало, и, честно сказать, это меня напрягает, потому что он же пытался заживать штору для ванной. Он ее кусал, в нескольких местах прокусил очень хорошую штору. Вот такой вот, блин, кот. Ну, может быть, он просто кастрированный, и он постоянно находится в поисках, чтобы еще ему сожрать. Вот он прям вот, ну, не оставляет этих вот попыток что-нибудь съесть. Или хотя бы свалить со стола. Вот. Вот это мне нравится вообще фирма Пропеллер. Когда я была помоложе, я активно использовала. То есть я использовала и крем тональный, и лосьон, и средства для умывания этой фирмы. И они мне очень нравятся. Крем сос локального действия. В общем, мне он очень нравится, я им пользуюсь. Но так как сейчас уже... Мне 32 года, и у меня появляются первые морщины. Я уже стараюсь эту не пересушивать кожу, потому что все-таки эта вся линия, она для молодой кожи, наверное, лет до 25. Ну, в моем случае, может быть, до 30, потому что до 30 лет у меня была кожа жирная, склонная к акне, и я этим пользовалась. А сейчас я это пыталась использовать для кошачьего хвоста, потому что у кошки на хвосте появились черные точки и угри. Вот. Но, собственно, даже для кошачьего хвоста это кошке не нравится, она потом слизывает, и ей фигово от этого. Ну, в общем, для подростков это хорошо, вот для более взрослых людей, наверное, нужны какие-то более серьезные средства. Вот. Для меня эти средства это вот Эвиналь и Алей. От них у меня вроде как прыщей нет, при этом увлажняют они хорошо. А вот это мне не понравилось, как-то больше я эту фирму, наверное, не буду покупать. Вот. Маску я уберу. Вот. Что еще? Еще, да, у меня были еще куплены косметические средства, но я их не пробовала. Тут у меня букетосичек. Как видите, все-таки косметики у меня мало, но это из муранского стекла такое кольцо для платка. Вот надо аккуратно не разбить его. Вот. Это покупалось на Валберес. Во-первых, я купила там вот это еще в упаковке все, короче, такое контур вокруг глаз с экстрактом слизи улитки. Звучит так, с экстрактом слизи. Ну, как будет, я не знаю.
запах естественный, без задушек. Я не пробовала, даже, честно сказать, не распаковывала. Прекрасное средство для уменьшения темных кругов вокруг глаз и улучшения внешнего вида нежной кожи. Отлично подходит для век. Мощный оксидант уменьшает воспалительные реакции. Контур глаз, экстракт улитки. Улитки. В общем, это я не пробовала, только намереваюсь попробовать. Так, что там еще? Еще там очень... Тушь я там покупала, Vivien Stabo. Я очень много сделала подставок для этой туши, но не пробовала. И вот я почитала отзывы, что это тушь Кабарет, одна из самых, типа, лучших тушей. В общем, я ее покупала, но не пробовала. Может, как-нибудь попробую на днях, может быть, накрашусь прямо при вас. И еще я там покупала крем для лица на основе органических водорослей Норвежского моря. Норвежского моря. Привет, Антон С. Вот. Интересно, он знает, что там планета органика в поисках рецептов красоты, что там уже планета органика вообще существует. Это тоже куплено на Валберес было. Надо с этим сфоткаться. Лёсик с таким умным видом слушает это все, в общем, мгновенно устраняет морщины, упругость и все остальное. Активатор молодости. Надо хотя бы, наверное, из пакета достать. Наверное, сейчас я вытащу из пакета. А то я что-то вам показываю в пакетах прям. Просто я этим совсем не пользовалась. В общем, вот такой вот. Вот такой. Так, Лёська. В общем, кот тут уже активируется вовсю. В общем, вот он. Крем для лица Планета Органика. Упаковка классная, конечно же. По-моему, мы даже для них делали всякие подставки, шелф-токеры, стойки. Я говорю, я работаю сейчас с компанией, которая занимается поезд-М. Поезд-М. Короче, материалами для торговли. То есть это полки, подставки, шелф-токеры, какие-то пэк-топеры, выделители различные, полочки. Все для того, чтобы туда можно было красиво выложить, аккуратно расставить товар, чтобы это привлекательно было для заказчика. Вот, в общем, вот это вот органика планета. И что еще? И, наверное, сейчас вот этот вот крем с экстрактом улитки я тоже для вас распакую. А то я что-то вам показываю в пакетах. Ой, сполз смартфончик. В пакетах, наверное, неинтересно смотреть. В общем, вот такой вот, короче. Контур вокруг глаз, экстракт улитки. В общем, буду использовать с гуалуроновой кислотой концентрированный экстракт. В общем, я должна помолодеть и надеюсь, что, может быть, благодаря вот этим вот прекрасным средствам, может быть, я помолодею и буду выглядеть не как мама дяди Руслана. Вот. И мне не будут приписывать всякие извращения. Вот. Потому что, как я уже говорила в предыдущем видео, некоторые принимают... Думают, что дядя Руслан это мой сын, которого я родила очень рано. В общем, такие вот дела. В общем, надеюсь, косметика мне поможет выглядеть моложе. Вот. Ну, пока, наверное, на этом заканчивается мой обзор уходовой косметики. Как видите, ее оказалось немало. Следующий вид этой косметики уже декоративная. У меня тут ее целый... такой лоточек, плюс там еще, короче говоря, презервативы. В общем, у меня это все лежало в одном месте, чтобы, так сказать, все было под рукой. Презервативы разных фирм. Поэтому, наверное, не покидайте мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, антилайки. И я вам расскажу про всякие интересные, короче говоря, вещи в своем следующем видео. Спасибо всем. С вами была Марина Морлок. Всем счастливо. Пока-пока.